Как в системе учитывается единица агрегатного метода ремонта? Но это мы вас, так сказать, относим к наш семинар, который называется «Введение мастер данных по НСИ». То есть есть разные подходы к описанию, вообще говоря, оборудования, что такое агрегат, что такое узел, что такое деталь. И мы в течение, по сути, одного дня разбираемся с этим вопросом. В системе бизнес-процессов это просто объект ремонта. Объектом ремонта может быть цех, может быть система технологическая, может быть агрегат, может быть узел, может быть деталь и может быть материал. Алексей, я не ответил на ваш вопрос, но, по крайней мере, послал в нужное направление. То есть это вот действительно есть такая проблема, которая называется описание справочников. Вот как вы опишете, так вы, собственно, и получите представление в своей ОСУ этого агрегата.